Продуктивный диалог и обсуждение насущных вопросов. В Новотроицком прошла встреча. С руководителями фермерских хозяйств и индивидуальными предпринимателями муниципального округа. Спикерами выступили депутаты областной думы, представители профильного министерства и эксперты. Повестка – проблемы организации сельскохозяйственного производства в Херсонской области. Субсидии для аграриев нашей области – одна из тем обсуждения. Чтобы погасить затраты и поддержать фермеров, обращения будут принимать до 1 декабря этого года.